Уважаемые рыболовы, представляем вашему вниманию открытие сезона рыбной ловли 2017. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Вот после обеда решил выйти помахать спиннинг и первый трофей. Небольшой вот карандашик, которых в прошлом году запускали, такой грамм на 350. Пойман был на маленький твистер, такого желтого цвета с блестками. И маленький небольшой крючочек, без офсетника обыкновенный, и на 3 грамма джиг-головка. Вот. Леска обычная 0,18. Вот спиннинг у нас, вот Микадо филинг 2,44 после ремонта. Клеенный и катушка заубер. Вот такая простецкая снасть. Пойман был щупачок Винницкой области. Такой небольшой водоемчик. Снег, как видим, сошел, но лед еще на озере есть. Температура воды где-то градусов 5, не больше. Но рыба уже активна и начинает питаться. Вот. Так, сейчас мы этого карандашика отпустим. Идет подрастать. О, пошел, отлично. Сезон начался удачно. Прошло не более минуты, и опять в этом же месте, рядышком тут в углу, был пойман очередной карандаш. То есть визуально видел поклевку, как он подходил, как атаковал. То есть не сказать, что очень агрессивно, такая довольно вялая рыба, но тем не менее поклевками радует. Поэтому думаю, к осени они уже будут грамм по 700-800. Сейчас будем опять его отпускать. Так, освободили его от крючка. Сейчас будем выпускать обратно. Очередной карандашик. Все, пошел подрастать. Красавчик.